Здравствуйте, друзья! Это небольшое сообщение для тех, кто играл в предыдущем розыгрыше лотереи Green Card DV2017. И для тех, кто знает, может быть, кого-то, кто играл и не выиграл. Да, это не для тех, кто победил, для тех, кто не победил. В том, как бы, тираже, когда объявляли результаты, в мае месяце их вывесили тогда на сайте Госдепа. Сейчас вывесили дополнительные номера. Это не дополнительный тираж. Тираж был произведен вот тогда, в начале мая. Но не все выигравшие номера были опубликованы, потому что они не знали, как народ будет откликаться. И, значит, привело это к тому, что народ, видимо, не откликался так активно, как они думали. И многие люди получили по имейлу извещение, что вот, мол, приходите, посмотрите, проверьте и так далее. И есть вот такое суждение, что те, кто не выиграл, в смысле, не был среди этих вот дополнительных номеров, им ничего и не прислали. А вот те, кто выиграл, им прислали. Я думаю так, что если вы играли, то есть смысл, ну или ваши знакомые играли, есть смысл пойти и посмотреть. Потому что не всякий имейл доходит. И мы не знаем, как они слали, или как они их там не слали, кому слали, в каких количествах. Вот, чтобы от этого не зависеть, значит, надо пойти и проверить. Сейчас на форуме «Говорим про ЕС», там есть тема, где как раз вот ребята обсуждают. И довольно много народу оказались победителями в лотерее, хотя они думали, что уже все. И вот как бы все силы бросили на то, чтобы в этой лотерее, значит, побеждать. Там номера где-то 21 тысяча и больше. Вот сейчас они как-то приоткрылись. И поэтому мой вам совет: сходите, гляньте. Если в результате того, что я эту хохмочку вам рассказал, хотя бы один человек узнает, что он выиграл, вместо того, чтобы думать, что он не выиграл, да, я думаю, что это будет уже очень большим достижением. Вот, как бы, вперед к новым достижениям. Счастливо, друзья!